Всем привет из Сочи. Ну вот уже май подходит к концу, и хочу показать, что на сегодняшний день цветет в моем райском уголке. Начну, наверное, с малышки самой. Моя красоточка продолжает цвести. Сейчас ее поставим, наверное, вот так. Попробуем снять вот так ее. Вот такая маленькая красоточка, очень яркий, насыщенный цвет. Здесь еще одна моя реанимашка. Вот такая красота. Я вообще, честно говоря, очень удивилась, что она мне выдала. Конечно, цветочки не очень крупные. Такая вот белая каемочка, очень красивая орхидея. Мне очень нравится, когда лист на листик заходит. Очень это красиво тоже смотрится, как бы придает немножко другие формы. И чем она меня порадовала, что мало того, что она зацвела, у нее вот так висит детка. Корней, правда, пока нету. И сама она, это бывшая реанимашка, у нее там буквально несколько корней. Но то, что дала она детку, это понятно. Всегда, когда ну, орхидею реанимируешь, есть шанс, что будет детка. Но что она после детки выдала мне еще ответвление и дала вот такой цветонос, и на нем еще дала 5 шикарных цветочков. Этого, конечно, я не ожидала. Здесь моя вечно цветущая красотка. Видите, уже здесь осталось, вот уже тоже стал вянуть цветочек. Осталось вот несколько цветочков цветущих. Но она у меня действительно вечно цветущая. Посмотрите, она у меня гонит вот такой вот цветонос. Так что скоро цветение продолжится. Тут у меня продолжается цветение на два цветоноса, на старом и на новом. Такие красивые цветы, насыщенные. Снимать приходится со вспышкой, поэтому цвет немножко светлее, чем на самом деле. Но все равно, я думаю, видно, что она яркая, яркая, насыщенная очень. Это новый мой цветонос. Такая вот красота. Здесь еще моя деленка, можно сказать, тоже реанимашка, потому что отделяла ее без корней. Выдала она мне сначала, сейчас попробую повернуть, залезу, чтобы показать. Вот, выдала она мне сначала 5 бутонов, но не успела я поснимать. 2 цветочка уже отцвели, конечно, отцветает быстро, но у нее там реально очень мало корней, но все равно, смотрите, еще 3 цветочка она держит. Причем скинула, главное, не последний цветочек, а как-то скинула посерединке. Вот такая красота. Здесь вечно цветущая Клеопатра. Она у меня держит уже долго вот эти цветочки. Даже, видите, немножко стали зеленеть. И выдала вот здесь вот несколько бутончиков в продолжение. На втором цветоносе выдала больше бутончиков. Здесь только 2 цветочка было, поэтому бутонов дала больше. Я вот смотрю, вот там что-то еще тоже лезет. Ну, посмотрим. Не будем загадывать. Тоже посмотрите, какая яркая штучка.
Люблю эту орхидейку. У нее очень такие восковые цветочки насыщенного цвета, и от погоды они могут прям переливаться. Сейчас на нее солнце не попадает, она более в такую красно-коричневую гамму. Когда попадает солнце, она прям золотая вся. Тоже растит мне вот там листик. И сейчас зайду с другой стороны. И вот видите, доращивает еще бутоны. Здесь, там, не знаю, будет, но должен. И вот здесь тоже продолжение вон пошло. Таидочка уже отцвела, но тоже продолжает на этом цветоносе догонять еще вот несколько бутончиков. Она у меня так цветет почти, не знаю, но очень долго. Постоянно там несколько бутонов догоняет. Но сейчас я смотрю, будет вон еще к нескольким еще вон там, видите, бутоны. Здесь у меня бабочка. Мой сын обозвал ее двойкой. Она действительно стоит. Мало того, что вот так вот. У нее цветонос был на дуге. С дуги я сняла, потому что листья было, ну, неудобно. И получилась вот такая действительно двойка. Магазины и цветочки все отцвели. И сейчас он мне гонит уже мои цветочки. Вот такая вот кисточка. Тоже жду. Уже, по идее, должны скоро открыться. Сейчас подниму с полу. Здесь у меня доцветает. Ну, не доцветает, еще цветет моя деточка. Вот такая вот красивая на два цветочка. Очень крупная орхидея. Я ее сняла с верхней полочки. Там засвечивает, вообще не видно. Поэтому вот так сняла показать вот такую детку. Очень крупный цветок. Насыщенный, бархатистый. У нее прям цвет. Тоже очень замечательная моя малышка. Все поставим. Ну и куда же без бабочки? Очень долго цветет бабочка. Это цветочки покупные. Я думала, она цветет гораздо раньше, потому что у нее цветочки вот были немножко поврежденные. Но она вот уже сколько времени их держит. Немножко вот позеленились эти точки. Но она меня очень порадовала. Она выпустила еще сбоку ответвление. Смотрите, еще какой цветонос будет. И вот здесь вот тоже, мне кажется, вот там вот уже формируется бутончик на самом краю. Так что будет продолжать меня радовать. Ну и как же еще вот без моей вот этой красоты. Листья это я обрабатывала. После обработки стараюсь подольше подержать. Вот здесь, посмотрите, она у меня тоже начала наращивать еще цветоносики. Так что мой леопард скоро меня порадует еще. Цвет, конечно, так не могу поймать. Сейчас попробую отключить камеру, отключить свет, вспышку отключить. Что-то я заговорилась. Но здесь достаточно светло, нет, не могу поймать, она на самом деле более рыжая. Сейчас попробую, может быть, другой цветочек. Нет, на солнышке не ловится цвет. Совершенно не могу поймать эту красотку. Но у нее цвет действительно обалденный. Она уже долго цветет, долго держит свои цветочки. Крапушки уже немножко потеряны.
Но щёра у меня стоит на ярком так солнышке, может быть из-за этого, не знаю из-за чего. Ну и вот здесь на окошке еще одна моя малыша на один цветок. Тоже долго держит его. Смотрите, какая красота. Очень яркая губа. Переливается и красная, она как-то и малиновая, замечательная. И такая маленькая розеточка. Вандочки только набирают силу у меня. Некоторые только гонят свой цветонос, вот беглипчик. Здесь анцидиум тоже ожидаю. Вот там, видите, дал уже цветоносик. Значит, скоро будет цветение. Так что сейчас аккуратненько отойду и покажу. На этом окошке тоже, видите, вандочки. Вон тоже бутончик. Так что ожидаю скорого цветения и моих вандочек. На другом окне тоже они у меня в бутончиках. Вот. Вот здесь еще у меня стоит вот так вот. Еще моя одна орхидейка, но она пока только в бутонах. Стараюсь так, чтобы у меня постоянно что-то цвело и радовало меня. На сегодняшний день у меня вот такое цветение. Конечно, бабочка вот это очень меня порадовала. Я была, честно говоря, удивлена, что столько времени она продержала цветочки в магазине. Видимо, ну как они говорят, что было очень жарко, и конденсат просто вот так осел грибком. Но при этом она все равно так долго меня радует. Вот такой мой уголок. Всем пока-пока. Оставайтесь со мной. Подписывайтесь, ставьте лайки. Очень рада своим гостям. Подписчикам рада еще больше. Всем привет из Сочи. Пока-пока.